Стихийная остановка в тени деревьев появилась возле третьего КПП. На самом деле автобусы останавливаются в другом месте, но ждать транспорта на Санцепёке невыносимо. А павильона, где можно укрыться от палящих лучей, здесь нет. Вот и прячутся пассажиры в ближайшей роще. Вот там все время в тенечке прячемся, потому что здесь невозможно стоять. Здесь народу столько идет. С рынка женщины, стунки. Вот лавочки поставили недавно, вообще недавно. Маленькие такие, а женщины идут, сумки поставить некуда, сесть негде, спрятаться некуда, неоткуда. Поэтому очень неудобно. Остановка хорошая, но некуда спрятаться. На отсутствие остановочного павильона у третьего КПП саровчане жалуются давно. Осенью прошлого года с просьбой решить проблему они обратились к Марине Еменцевой. И по словам депутата законодательного собрания, проблема сдвинулась с мертвой точки. Уже готовы документы на строительство и разработан макет павильона. Это традиционные обычные остановочки, где есть крыша, скамейки, урна, чтобы было удобно ожидать транспорт. Фонд развития и поддержки территории законодательного собрания выделяет деньги, поэтому в ближайшее время все это будет запущено. Строительство павильона должно начаться в течение ближайшего месяца. Также в планах благоустроить территорию возле остановки. Точная дата окончания работ пока неизвестна. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.